31-й международный фестиваль «Январские музыкальные вечера» приятно удивит поклонников классической музыки. В этом уверена бессменный руководитель форума искусства Лилия Батырева. Программа мероприятий получилась по-настоящему насыщенной, а главное – многоплановой. В 2019-м радовать брестскую публику приедет большое количество артистов из-за рубежа. Не меньше будет и творческий коллектив белорусов. Получилось даже очень много вокальной музыки, которая будет звучать. И это очень ценно, потому что голос и инструмент – это основа классического искусства. Мне еще приятно то, что этот год юбилейный и значимый для всех нас, и значимый, мне кажется, на многие страны. Пройдет фестиваль в 2019-м в традиционной для него даты – с 9 по 12 января. Особенно ярко в афише значатся имена известных артистов. Том Синатра, гитарист, племянник известного шоумена, певца Фрэнка Синатры, артист итальянского оперного театра «Ла Скала» Джанни Маджардино и Альдо Капуто. Они, к слову, откроют фестивальную неделю. Будет немало произведений, которые прозвучат на брестской сцене впервые. Кроме того, программа форума искусства расширена дополнительными концертами на городских площадках. Это событие проходит уже в 31 раз, но эта программа этого фестиваля будет гораздо интереснее, чем все остальные. Почему? Да потому что Бресту тысячи лет, и мы в гости ждем, в том числе и на этот фестиваль, многочисленных гостей. Гостей, как участников фестиваля, которые артисты, музыканты, которые приедут из разных стран и будут смотреть наш город и рассказывать о нашем городе в своих странах, так и гостей нашего города, которые приедут именно на фестиваль. Всего за годы проведения январских вечеров на брестской сцене выступило более 7 тысяч музыкантов и исполнителей из 36 стран мира. Фестиваль стал не только важным культурным мероприятием для именитых артистов, но и успешной стартовой площадкой для молодых талантов. Как показывает практика, именно январские музыкальные вечера открывали для них дорогу в большое музыкальное плавание. Что же касается публики, то она также с нетерпением ожидает встречи с артистами. Практически все артисты, которые были заявлены, мы получили подтверждение их выступлений на январских музыкальных вечерах. И мы всех, и жителей нашего города, и гостей нашего города, а также вас, приглашаем на эти концерты, которые состоятся в рамках январских музыкальных вечеров. Несмотря на то, что продажа билетов началась всего лишь за месяц до открытия международного мероприятия, большая часть из них уже раскуплена. Однако шанс попасть на одно из главных культурных событий года еще есть. Так что желающим получить эстетическое удовольствие стоит поторопиться.